Почетными гостями мероприятия стали ветеран педагогического труда Нина Попова, председатель Десногорского городского совета ветеранов Игорь Журавлев. Эта акция очень и очень нужна не только нам, но и тем, кто еще жив после войны. Напоминаю, что у нас в городе осталось всего 9 ветеранов Великой Отечественной войны. Хотелось бы, чтобы эта наша память осталась на очень-очень долго. Придут поколения, деревья, допустим, вырастут, постареют, придут другие люди, другие дети, и они высадят новую партию деревьев. И так останется память о наших любимых, уважаемых ветеранах Великой Отечественной войны. 3 мая в акции приняли участие воспитанники Дома творчества, Детской художественной школы и Десногорского энергетического колледжа. Лес Победы – российский экологопатриотический проект по высадке именных деревьев в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Проект придуман и инициирован председателем Совета общественной лесной инспекции «Зеленый патруль» Московской области Игорем Маховым и реализуется с 9 мая 2014 года. Высадки деревьев в этот день вместе с детьми и педагогами приняли участие и родственники ветеранов. Именное дерево Василию Оргову посадили сын, внук и правнук. Я посадил дерево своему дедушке Орлову Василию Прокопьевичу, а вместе со мной сажал его сын Орлов Алексей Васильевич. В 41-м году его отец ушел из дома, и больше он его не видел. Очень хороший отец. Ну, хороший. Мне очень нравится, потому что это память наших дедов. Ну, это замечательно. И будут помнить наши внуки, правнуки. В этот день еще 9 рябинок саженцев во дворе Дома творчества увековечили память героев-земляков, которые внесли огромный вклад в освобождение нашей страны от врага, а значит, что память об их подвиге будет жить вечно.